OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Все, ребята, шутки кончились. Собирайте 300-тисячну армію швидкого реагування на наших границях. Давайте уже, наконец, перенаправим наши ракеты в центр принятия решения этой долбанной нацистской Европы. Там нет никого. Посадка у нас заходит. Слушай, надо залазить, глушить его. Я, может, что-то плохо понимаю? Тогда скажите, где армия? Вот просто ответь мне, пожалуйста, на этот вопрос. За нас не за специально. Ты что делаешь? Что? Они готовы. Стой! Где наши танки «Армата»? Где наша вторая армия в мире? Где она есть? Вторая армия на Украине. А вот, вот у него неправильный вот подход. Вы это кто? Я это Россия, я герой России, генерал, глава Чеченской республики, да, госслужащий. А я это Россия, да. Россия это я. Да. У нас в декабре 41 года под Москвой среди прочих генералов отличился генерал Власов, который уже в 42 году оказался предателем и перешел на сторону врага. Кто сейчас помнит о его успехах, о его подвиге в 41 году? Никто. А то, что он совершил, осталось навсегда в нашей истории. В 1937 году Мухиной была представлена композиция «Рабочий колхозница». Это были символы того времени, 1937 года. Хорошо, вы вспомнили именно об этом. Да, спасибо. Ни о чем-то другом из 1937 года. Момент для шутки про 1937 год Владимир Путин выбрал подходящий. В последние недели в России заговорили о чистках в руководстве армии. Из медийного пространства пропали сразу несколько представителей высшего командного состава. За каждого погибшего солдата мы уничтожим 3 боевиков как минимум. Например, главком воздушно-космических сил Суровикин не появлялся на публике с 24 июня. Без следа исчезли и заместитель Суровикина Андрей Юдин, и замначальника военной разведки Владимир Алексеев. Неясно, арестованы генералы или просто отстранены от должностей. Причиной генеральских чисток мог стать переход офицеров на сторону ЧВК «Вагнер» во время июньского мятежа. А еще доклады командованию о невосполнимых потерях во время украинского контрнаступления. От мучительной смерти в Украине не спаслось даже высшее руководство. Погиб замкомандующего Южного военного округа генерал Соков. Он геройски погиб. Только за последний месяц погибли один генерал, два полковника, три подполковника и 12 офицеров. Противоречий в руководстве армии, похоже, так много, что их уже не скрыть. Последний скандал спровоцировал генерал и депутат Госдумы Андрей Гурулев. Он загрузил в свой телеграм-канал голосовое сообщение отстраненного генерала Ивана Попова. В сообщении тот рассказал о срочном увольнении за правдивый отчет командованию. Меня вывели в распоряжение, отстранили от должности. Возникла ситуация сложная со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смолодушничать, и сказать то, что они хотели услышать, либо назвать вещи своими именами. Это клановая, конечно, система, клановая, личная, то есть есть кланы, вот это клан военных, они друг друга стараются защищать, вот так вот оно работает в целом. Тут нет ничего необычного, очень многие системы работают именно на такой клановости, которая кажется нам диким пережитком средневековья, но лозунг «своих не бросаем», он абсолютно правильный, честный лозунг, просто он относится к определенным своим. Кремлевские СМИ вскоре рассказали, что Попова уволил глава генштаба Валерий Герасимов за шантаж высшего руководства и паникер. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, как обычно, отправил журналистов за комментарием в Минобороны. Мы не комментируем, все-таки это речь идет о военных, о Министерстве обороны. Сообщение может быть вполне реальным, хотя, конечно, нельзя исключать ситуации того, что это все какая-то дезинформация, но я лично не очень понимаю, зачем. Если это и дезинформация, то непонятно, кого дезинформируют. Больше только, может быть, своих солдат как-то какие-то им сомнения это все принесет. Восстание Пригожина тоже началось с критических голосовых сообщений и видео в провоенных телеграм-каналах. Шойгу! Герасимов! Где
боеприпасы! Как и Пригожин, Попов обладает авторитетом среди подчиненных, значительная часть которых мобилизованы. Но поддержал ли генерал июньский мятеж, неизвестно. Журналисты также пристально следят за судьбой другого генерала, главкома воздушно-космических сил Сергея Суровикина. Его называют связующим звеном между вооруженными силами и Пригожинской ЧВК. По данным источников, близких к армии, Суровикин якобы знал о готовящемся мятеже, но не предотвратил его. И Суровикин, и все старшие офицеры, они выбираются по лояльности. То есть они изначально были лояльны режиму и вряд ли прямо настолько могли себя дискредитировать, что вот их теперь полностью считают предателями. Генерал Суровикин не появлялся на публике после обращения к вагнеровцам, которое он записал в ночь на 24 июня. Сразу после исчезновения появились слухи, что генерала содержат в СИЗО Лефортово, Матросской тишине или в Кремлевском Централе. Но они не нашли подтверждения. Власти исчезновение Суровикина отрицают. Он отдыхает сейчас, пока не доступен. Телеграм-канал ВЧК ОГПУ пишет, что для мятежных генералов армия оборудовала 3 секретные тюрьмы. То есть об этом ходят слухи, но никаких подтверждений этому нет. Я, например, больше склоняюсь к тому, что разборки, если и будут, то скорее такие подковерные. И они внутри своей системы устраивают разборки относительно цивилизованно. Вот за пределами они, этой системы, они действуют как нормальные диктаторы и тираны. А внутри системы они стараются, как белые люди, решать между собой вопросы. По некоторым данным, вместе с Суровикиным арестован его заместитель, генерал-полковник Андрей Юдин. Агентство Ура.ру пишет, что генерал, как и его начальник, тоже отдыхает. «Я нахожусь в отпуске, дома», — сказал Андрей Юдин. Не избежал внимания силовиков и замначальника военной разведки генерал-лейтенант Владимир Алексеев. The Wall Street Journal утверждает, что и его, и Юдина после задержания все же отпустили, однако они находятся под наблюдением и ограничены в передвижениях. Но, пожалуй, самым неблагонадежным в расстрельном списке кажется бывший генерал-полковник Михаил Мизинцев. Именно он руководил штурмом Мариуполя, в ходе которого город буквально уничтожили. За это он получил прозвище «Мариупольский мясник». Весной 2023 года генерал перешел на работу в ЧВК «Вагнер». Ну, то рабочее кресло, которое здесь мне предоставлено, оно вполне меня устраивает. Главная особенность нынешних генеральских чисток – полное отсутствие официальной информации. Это не очень похоже на чистки 37-38 годов. Там не было никакого открытого выступления военных. Тут же факт открытого военного мятежа. И если хочется искать исторические аналогии на другую страну, на Третий Рейх и реакцию верхушки Третьего Рейха на заговор 44 года. Тогда, в 44 году, немецкие генералы, многие, довольно широкий круг немецкого офицерства, действительно выступил против Гитлера, и в ответ на это Гитлер запустил значительную кампанию чисток. Прокомментировали угрозы в адрес Путина со стороны украинских властей. Песков заявил, что террористический режим говорит о своих террористических устремлениях. Подчеркнул, что российские службы безопасности знают свою работу и знают, что они делают. Не гнушается Киев и терроризмом ядерным. ФСБ задержало диверсантов, готовивших теракты на российских атомных электростанциях. Планы украинской разведки были, мягко говоря, масштабные. Диверсии на российских ядерных объектах, а именно на Ленинградской и Калининской АЭС. Мы сейчас разместили, считайте, ядерное оружие на территории Беларуси. Это важный шаг. Оружие тактическое. Но этого мало. Верит ли премьер-министр Польши или министр обороны Польши, что в случае атаки на Белоруссию мы применим тактическое ядерное оружие? Я уверен, что не верит. Во-первых, нам это не позволяет наша доктрина. То есть наша доктрина носит, так же как китайская, оборонительный характер. То есть или ответ на встречный удар, или в случае, когда разваливается страна, то есть угроза самой стране уже идет нашей. Тот же Белгород, то есть...